Это будет клевый бой, но я поддержу меньшинство людей и выберу победителем Хукера. У него есть преимущество в габаритах, он также тренируется с Адесаньей и Волкановски. Это очень крутые парни. Изи очень сильно помогает ему расти. Именно с таким ударником он и становится очень крутым бойцом. Уже заметен его большой рост навыков. Мне нравится Дэн Хукер. Не думаю, что кто-то победит досрочно в этом бою. Скорее всего, именно Хукер решением. Этого парня просто разнесут. У Хукера нет шансов в этом бою. Я думаю, что Пория справится с ним за 2 раунда. Офигенный бой. Это будет явно заруба в стойке. Скорее всего, они будут рубиться, как кикбоксеры. Хукер очень хорош, как и сам Порье. Они всегда могут закончить бой досрочно. Думаю, ближе к победе сейчас именно Дастин Порье. Не знаю почему, просто я так чувствую. Думаю, Порье должен уйти победителем. У Хукера преимущество в размахе рук, но я не думаю, что это станет его ключом к победе. Дастин просто лучше. Он просто лучше. Мой прогноз – победа Дастина. Он просто лучше и все. Хукер очень редко борется. В этом плане Дастин намного лучше него. И не стоит брать во внимание поединок с Хабибом. Это вообще отдельная история. Я думаю, что они 100% зарубятся в стойке. Может быть, даже будет борьба. Мне нравится Хукер. Он очень умно дерется, но скорее всего Порье победит. Невероятный бой. Реально, я жду фейерверков. Порье покажет себя во всей красе, а Дэн Хукер снова, думаю, удивит многих. И думаю, он сейчас намного лучше, чем многие считают. Что касается прогноза, то думаю, Порье закончит бой досрочно и победит за счет своего прекрасного бокса. Но Дэн Хукер не так и прост. С таким размахом рук он может создать очень много проблем. Дастин все-таки намного опытнее и умнее как боец. Хукер еще не бился с таким бойцом. Мне нравятся оба эти бойца. Дастин Порье бьется уже так долго, он смог вернуться и выиграть титул. Но Дэн Хукер – это восходящая звезда. Он монстр. Его мотивация на новом уровне. Он новая кровь дивизиона. Скорее всего, именно он победит. Думаю, он готов ворваться в топ. Он был очень хорош в последних поединках. Я всегда был фанатом Дэна Хукера. Его последний поединок был классным. Буду болеть за Хукера. Я хочу, чтобы победил Порье. Хукер проиграл Барбозе. Он пропускал много ударов. Но с тех пор он начал меняться. Это было заметно в поединке с Полом. Но Порье намного лучше. Его бокс мощнее. Его борьба явно на другом уровне. Именно в этом противостоянии я выберу победителем Дастина. Я фанат Порье. И меня трудно убедить, что он может кому-то проиграть. Думаю, он не по зубам для Хукера. Но поединок все равно будет мощным. У Порье намного лучше бокс. Он провел больше боев, так что он победит, на мой взгляд. Поставлю свои деньги на Порье. И не важно, что Хукер феноменальный боец. Порье просто лучше. Он способен биться все 5 раундов. Его ударка мирового уровня. Хукер просто выше и длиннее его. Вряд ли это будет проблемой для Дастина. Думаю, победит Порье. Интересное противостояние. Дэн Хукер – это длинный ударник, а Дастин – хороший боксер, который будет осыпать Дэна своими ударами, но все будет не так просто. Мне трудно сделать прогноз на это противостояние, потому что я больше слежу за женским ММА, но именно этих бойцов я знаю. И если бы меня попросили выбрать победителя, я бы поставил на Дэна Хукера, но я всегда ошибаюсь в прогнозах. Хороший бой. Они устроят жару в октагоне. Не знаю, на кого ставить. Фанатом Дастина я уже являюсь несколько лет. Думаю, победит именно он. Но я не сильно в этом уверен. В отличие от того, что поединок будет интересным. Эти два парня устроят настоящую зарубу в клетке. Но я буду на стороне Дэна Хукера. Он очень сильно прибавляет в каждом аспекте боя, благодаря своему тренеру и топовым спарринг-партнерам. Думаю, он выиграет. Я выберу Дастина. Они оба очень похожи по стилю. А я выберу уже Хукера. Думаю, Дастин устроит ему трепку в стойке своим боксом и прессингом. Он лучше просто. Я за Дэна Хукера. Он сейчас один из моих самых любимых бойцов в UFC. Бой будет безумнейшим. Оба способны победить. Но я за Хукера.